вийти на міжнародний рівень та отримати безсумнівну репутацію. І саме з довірою працюють зараз з Україною. І я думаю, що ті міжнародні організації, які зараз вийшли вже на контакт, вони знають, до кого вони звертаються і що саме потрібно робити, аби в Україні була перемога. І взагалі в цілому в усьому світі, зрештою, так, тому що це теж ось таке важливе питання. Отож, Ольга Лоба, волонтерка сьогодні в нашій студії, дуже раді вас бачити. І знаємо, що ви працюєте просто без спину, дуже активною завжди ви була і як мама, і як людина, і от зараз як волонтерка. Тому раді вас бачити і будемо говорити саме про те, як же вийти на міжнародні зв'язки, на міжнародний рівень. Так? От з чого ви починали та як вам вдалося це зробити? Добрий день, Юлечка. Очень рада, що сьогодні мы встретились, потому что волонтерская тема – это действительно очень важная на данный момент. Началось все в моей жизни очень спонтанно, да, в принципе, как и для всех людей, которые столкнулись с этим горем. Хочется сказать, что я всегда была активно социальным человеком и всегда занимала активную позицию, помогая друзьям, знакомым. Ну, так получилось. Я была председателем и родительских комитетов, и всего прочего. И когда это все произошло, ситуация была следующая. У меня есть родственники, которые проживают всю свою жизнь в Харькове, и которые во второй день сели на машины, оставив все, и просто приехали без ничего сюда, в Днепр. У нас большая семья, мы все приняли, разместили. Я у себя конкретно размещала свою двоюродную сестру с ее ребенком, ровесником моего сына. И мы столкнулись с того, что она осталась без ничего. Все, что было у меня, ей сразу же и вся наша семья начала отдавать, помогать и всем нашим родственникам. И начали приезжать ее друзья, знакомые. И вот так вот машинально я попала в этот весь процесс такого непрофессионального волонтерства. Да? Это просто добрые дела, я так это называла. Да? Потому что это не просто люди, это близкие были мои люди. И так получилось, что мои знакомые также занимались подобным, но они тоже именно для себя. Для родичів. Для... Ну так, справді, для... якщо да. приїздить твій друг, да. чи ти бачиш, що хтось поруч в біді попав зараз, як ти можеш не допомогти? Да. Звичайно, да. так. Поэтому ми вот так вот начали. Потом получилась такая ситуация, что произошло такое вот слияние между нами, да, и мы решили, что мы должны объединиться. Объединиться в одну прекрасную, замечательную, здравомыслящую команду, которая не видит цель, я называю, не видит препятствий. И если мы вместе, нам ничего нету не под силу. Мы открыли большой пункт выдачи и начали там вот все, что у нас было у каждого дома. Мы зараз, до речі, бачимо світлини. Да. Мы бачимо, в яку діяльність вже все це розрослося, тому що, Оль, ну, я бачу, я знаю, скільки у вас енергійності, да. і це все видно, і люди помічають, люди знають, да. люди довіряють. Довіряю. А це найголовніше. І все приносять із надією, щоб... Да. Що так вот и началось, да, мы кинули клич по знакомым, друзьям, товарищам, одноклассникам, партнерам, с которыми, знакомыми, друзьями я общалась до этого момента, и все увидели, что мы действительно вместе можем сделать одно большое доброе дело для тех людей, которые уже пережили эту большую, потому что мы прекрасно понимаем, каждый из нас, что никто не застрахован в это время, каждый из нас может оказаться в этой ситуации, и вы знаете, вот у меня... Начиная с первого дня, как только мы начали взаимодействовать с людьми, которые являются временными на данный момент сейчас переселенцами по территории Украины, мы с ними начали общаться. Мы не просто давали им вещи, собирали им еду. Вот все, что у друзей было, да, мы все свозили. Свозили, и мы не знали, что завтра у нас будет. Будет хлеб, мы будем давать этот хлеб, тратя свои деньги, да, которые у нас тоже, ну, понятно, каждый из нас, тем более в такое время. Но мы понимали, что если мы сейчас это делаем, то если вдруг у нас, скорее всего, к нам тоже может кто-то так поможет и протянет руку помощи. Поэтому это все начинало обрастаться буквально не с профессионального, да, что у нас была какая-то огромная поддержка, что мы, у нас, да, были какие-то за спиной там большие, да, где-то депозиты в швейцарских банках, и мы сказали, ну, давайте так парочку. Это было действительно. Люди свои последние вещи, из своего дома я вынесла практически все за первые 2-3 недели. И точно, ну, так же... Я дивлюсь, что вы так, что те, что зараз вы бачите результаты, да. то это
так, ми бачимо, скільки людей зараз отримали допомогу, то, мабуть, стає трошки легше, мабуть, на душі. Да. І ви знаєте, дуже багато мої друзі, да, вот, допустим, ми не тільки, у мене є знайома, яка в Магдалиновському районі живе. Вона побачила, вона мене постійно лайкала, і вона мені написала, одногрупниця моя, Оль, а у нас тоже очень много переселенцев. Говорит, ну до нас вообще, вы понимаете, да, ну по району немножечко, хотя я знаю, что есть поддержка тоже именно и от властей, это прекрасно. Но она обратилась, говорит, вот люди бы тоже были. И мы, вы не поверите, мы кинули клич, да, именно под это мероприятие, Магдалинский район, потому что хотелось на дальние расстояния ехать не с пустыми руками, да, не с батоном. И позвонили мои соседи. Соседи, которые, ну, вот видели, им тоже хотелось помочь. И они привезли прямо нам на пункт уже готовые, закупленные продукты, вот сколько пакетов нам надо было на семьи, да, мы именно семьям везли, они нам привезли, и мы на следующий день погрузились, плюс дополнительно начали знакомые, которые меня видели эту деятельность, у которых есть тоже возможность, и они начали заниматься именно поставками гуманитарных помощи, да, вот этих всех, они завозили более масштабно, и они видели, что если я возьму у них чуть-чуть, да, и это все раздадим людям, загалом, да, то это будет очень объемная глобальная помощь для именно этих людей. И вот так потихонечку, плюс каждое утро я открывала соцсети, да, и вот так прямо брала и пролистывала, у кого что из друзей происходит в жизни. И я буквально вот на прошлой неделе, вы знаете, я безумно счастлива, да, что есть такие люди, которые были в моей жизни, да, 10, 15, 20 лет назад, потому что, в принципе, ну, я давно уже, да, живу, я долгожитель, да, этого города, я родилась в этом городе, и эти люди, они идут со мной по жизни. Я увидела, что моя знакомая на данный момент в Киеве занимается очень глобальным проектом. Проект, который, вы знаете, ну, я видела, что многие, да, сотрудничают, но я не знала, как, чего. И я просто взяла и написала ей в мессенджер. Привет, вот это. Она говорит, я вижу, да, я там тебя лайкаю, то все. Тебе нужна помощь? Я говорю, да, говорю, вот ты не поверишь, говорю, вот каждый день мы не знаем, что завтра мы, ну как, уже есть примерные, да, у нас какие-то объемы. Мы знаем, что он к нам приходит ежедневно на наш общий пункт, это 200 семей. Не человек, а именно семей. Уже теперь, зараз, уже так? Сейчас 200, это минимум. Вот сегодня я каждое утро стараюсь, да, заезжать на этот пункт и смотреть. Стоят, они уже многие меня знают, говорят, здравствуйте. Я говорю, вот смотрите, сегодня у вас будет еще больше от нас поддержка. Мы общаемся, потому что общение для них тоже это... Ну, у меня слезы на глазах, потому что на втором нашем пункте выдачи я взяла, поскольку я говорила, и вы говорили, что я мама, и я вижу этих мамочек беременных и многодетных, у которых просто нету невозможности, нету времени вот это стоять в этих огромных очередях. Даже 200 человек, которые приходят, да, они занимают очередь с самого утра. Потому что куда они денут? Я приняла решение, что на нашем втором пункте выдачи мы будем обслуживать под запись наших уважаемых мамочек. Которые... Тобто ви вже там розробили такий механізм прийому, да, так? Да, тобто ви вже знаєте, у котрій годині кому що видати. Да. Вот мы за день... Настільки правильно, да, це. Это очень правильно, потому что мы понимаем, что вот именно мамочки, да, беременные особенно, да, многодетные, у которых есть 3, 4, 5 детей к нам приходят, да, и у них нету этих детей, вот несчастных, да, дети, они, у них глаза горят. И каждого ребенка, вот, который к нам приходит сейчас, да, где мы мамочек наших обслуживаем, они бегут ко мне, я их обнимаю, мы начинаем вместе с этими мамами плакать, мы их поддерживаем не только, да, вот этой гуманитарной помощью, вот я сейчас говорю, у меня тоже слезы. Да, я уже плачу, я не знаю, як взагалі можна стільки всього віддавати, стільки всього робити зараз, але, ну, наша сила в тому, що треба бути стійкими, так, і до кінця це все пройти. Як ви зараз виросли, до яких об'ємів? Ми виросли сейчас до очень хороших об'ємів. Грубо говоря, 200 семей в день, как я говорила, на одном из пунктов мы обеспечиваем, работает пункт 6 дней в неделю. Это значит, в неделю мы уже имеем возможность обеспечивать 1200 семей. И второй наш пункт, мы специально не перегружаем, чтобы они не стояли у нас в очередях, которые я говорила, мамочки наши, да, беременные, многодетные, там мы обслуживаем от 10 до 15 человек. Они у нас расписаны каждые 15 минут, мы им все выдаем, мы с ними общаемся, и для них, вот для их глаз,
и душ. Очень важно еще и общение. Они пишут нам отзывы в личку, да, в личные сообщения. Спасибо, говорит, мы вот там некоторые уже 3 месяца, говорит, мы нигде так не были, чтобы с нами еще и поговорили. Потому что поговорить-то тоже нам, для нас это немаловажно. Мы потеряли круг своего общения, в котором тоже люди жили всю жизнь. И это очень важно. И я очень безумно рада, что я же говорила, что я вот так вот случайно, да, благодаря соцсетям увидела, что моя знакомая хорошая занимается в международном огромнейшем глобальном проекте, который называется World Center Kitchen. Этот проект, он безумно крутой. Я безумно счастлива и рада, что настолько много неравнодушных людей во всем свете, которые поддерживают этот проект. З яких країн, ну те, що ви зараз отримуєте, от контакт вже відбувся, з якими країнами? Ну, це організація, да, так? Це організація, да, це міжнародна організація, американська, там є направлення, многие другие страны также, которые подключаются к этому международному проекту. Также у нас есть наши местные партнеры, я их так теперь уже друзья, но они теперь уже и партнеры, которые также подоговаривались со всевозможными на личных снова связях, да, с международными посольствами, с международными компаниями, где были их друзья находились, и они именно присылают не здесь у нас, да, мы выдаем сейчас от компании этой каждой семье набор, который весом 15 около килограмм. И когда люди со вчерашнего дня начали видеть уже, и очень безумно удобно, что оно уже приходит, нам не надо это все фасовать. Это минимизирует наше время. И там 24 единицы продукции. Когда человек открывает, его семья, грубо говоря, там 3-4 человека, может смело жить неделю, а то и больше, на вот этот объем продуктов, которые там. Там, а что там? Там всевозможные крупы, там олейна, там яйца, там молоко, там даже дрожжи, там мука, там фрукты, лимончики, яблочки. И все это настолько видно, что делается этот пакет с любовью и душой. И вот каждый человек, который вчера мы начали выдать, мы вчера уже, вот это вчера мы приехали, да, чтобы начать эту всю раздачу. То есть, треба швидко роздати, щоб не зіпсувалося. Конечно, мы это все делаем, и мы тратим свой бензин, чтобы поехать, это все, эти масштабы, но мы готовы это делать, пускай у нас есть возможность, потому что удобно, что мы сами приехали, мы разгрузили, у нас первая выдача на 2 дня была почти 400 пакетов. Это 6 тонн. То есть, треба поїхати, да. Скільки? Зараз тим більше проблеми з бензином. Я сама также накачиваю свои мышцы вместе с нашими ребятами, всем нашим командой нашей, да. Мы сами это все носим. Ребята, некоторые стояли, наши временные переселенцы, они увидели, говорят, ребята, давайте мы вам поможем, вы же для нас тоже столько делаете. И это было так приятно, что люди тоже бескорыстно, вот так, как мы к ним относимся, они говорят, и они одни подошли, другие подошли, третьи подошли. И вот благодаря этому, что мы все вместе, вот мы можем делать вот такое будущее светлое для нас и для нашей страны. Это очень важно. Оль, я еще хотела сказать, что у вас двое своих детей. Так. То есть вы встигаете отдать эту любовь для всех и приділити увагу еще своим детям. У меня так? Двое. Как взагалі вы свой час размышляли якось, чи все разом? Нет. Я могу сказать, что младшему моему сыну 7,5 лет, а дочери уже 17,5 лет. 10 лет разница. И дочь, в принципе, это уже самостоятельная единица, да, которая уже учится в университете на первом курсе. И она, понятно, да, там помогает также волонтерить, уже как и рабочая сила, я так называю, да, кто помогает это все делать и делал. А сын в свои 7,5 лет также. Он то сидит ответственно, как мужчина, уже маленький, дома и занимается, ну, когда была школа, он занимался школой, у него была онлайн-школа, он знал, что надо ему делать, на какой урок подключаться. Сам. В микроволновой печи у него на обед с утра, когда я убегала, стояла тарелочка супа или борща, и я на всякий случай в час дня звонила, говорила, Эд, его Эдик зовут, ты там борщ... Мама говорит, я уже доедаю, говорит, зачем ты меня контролируешь? И, вы знаете, вот это время, да, оно его сделало взрослым, и, а иногда он
говорит: мам, сейчас у меня есть время, я буду ездить тебе помогать. И вот он, вот этот маленький мужчина, он пытается тоже хватать эти пакеты, переносить, то помочь. Это помочь, потому что он, когда видит что-то детское, да, потому что именно мы, я же говорила, что на втором пункте детское, mm-hmm. и он этот маленький, это говорит, для деток маленьких, да, которые приехали, как Никита, потому что у него отложилось подсознание, что его вот этот братик двоюродный, да, он ему игрушки тоже давал, он его с ним игрался, он гулял с ним, пытался отвлечь, потому что ребенок два дня пробыл полностью под градами, именно тот район, и когда они выезжали, грады были дикие. Ну, это, да. И мой сын его старался отвлечь. Поэтому мы сделали к Дню защиты детей также прекрасный проект. Мы устроили конкурс детских рисунков. Наши все детки рисовали рисунки «Моя квитучая Украина». И мы решили, знаете, ребенок нету лучше, хуже. Сначала мы хотели там определить места. И потом я понимаю, что вот представьте, да, ну, эти дети, это не можливо возробити, чтобы кого-то сделать лучше, кого-то сделать хуже. Тем более в это время. Эти дети и так пережили, извините, очень-очень-очень много. Поэтому вот эти дети, да, мы решили, сколько бы их ни было, мы обеспечим им подарки. Плюс мои друзья, они находятся внизу Кирова, у них свой детский центр. Они мне уже помогали, когда мы ездили в Магдалиновский район. Они делали программу как фокусники, иллюзионисты дополнительно с наборами. И у них свой как мини-детский центр. И я договорилась, чтобы они еще нам для награждения деток всех. Вот мы пригласили совершенно всех родителей, всех деток. И мы им вручили каждому. Я поехала в детский магазин в городе у нас, да, называется «Капитошка». И говорю: ребята, говорю, вот мы, говорю, помогаем. Они говорят: хорошо, приезжайте. И вы знаете, вот так классно, когда люди, да, это мелочи какие-то, но те же мыльные пузыри, те же какие-то мягкие игрушечки, какие-то мы там свои подокупали сладости, да, у нас есть прекрасные партнеры тоже. Леночка, да, это человек, который вот сладости нам. Я звоню, говорю: Лен, нам нужны сладости. Они с Европы получают это. Она говорит: Оль, сколько человек, скажи мне, все обеспечим. И мы вот эти вот тоже. И получилось, мы хотели, знаете, так, ну просто символически каждому ребенку за то, что вот он просто нарисовал. А получилось с той стороны, с той стороны, с той. И родители немножечко так посмотрели и говорят: ничего себе. Говорит: вот это пакеты за просто рисунок. И было это очень все приятно. И мы наградили всех деток, чтобы никому не было, потому что это праздник детей. И дети должны себя чувствовать даже в это время детьми. Оль, ну справді така величезна турбота, величезна любов, яка є, і вона так людей об'єднала. Ну, це справді таке диво українське, ну, яке може бути взагалі прикладом для всього світу. Ну, от на сьогодні це так, це да. Так, це справді. Да. А скажіть, от як поповнюються ті кошти, які можуть бути витраченими ваші особисто? Ну, я маю на увазі, що ви ж і бензин, і все решта. Тобто це ж треба все одно десь шукати. Як вам сказати? Я як ви це вирішуєте? Розкажу вам, що бензин, да? Ну, бензин, понятно, он знакомые тоже помогают, дают. Хто-то говорить, там є талони. Я говорю: спасибо, давайте. Я можу сказати, що за ці 3 місяці вот діло таке принципа здесь уже, да, не очень многие, а некоторые, да, делают какие-то, может, на этом, я не знаю, я в это не вникаю. Вы знаете, вот человек, который занимается своим делом, он не должен распыляться и смотреть, кто что делает вокруг. Звичайно. Вот так, это так, самое так. Основное, потому что когда начинаются вот эти вот между собой потом какие-то разборки, а я сделал больше, а я сделал меньше, вот эти какие-то просчеты, я не делаю это ради кого-то, чтобы кому-то что-то доказать. Я делаю это для себя и для своих людей, своей страны, которые сейчас действительно оказались в таком сложном положении. Поэтому кто-то дает там ту помощь какую-то это. И за вот наш пункт в прошлую среду было 100 дней, как работает наш пункт выдачи. За эти 100 дней я ни разу не открывала ни одного сбора финансового. Ни разу. Вот. И была история тоже такая запоминающаяся. Когда мне позвонили ребятам, которые тоже находятся на линиях, мы тоже, где можем, через знакомых знакомых. Мы стараемся, вот обратились, кому-то нужны спальники, кому-то нужны карематы, кому-то нужны турникеты, кому-то нужны то. Я звоню, у меня друг занимается, связанный с медицинской техникой. Я звоню, говорю: Андрюх, вот ситуация, говорю, ребята, говорю, кинулись, а как раз был ажиотаж, нигде невозможно было купить турникеты, а это одно из основных. Я говорю: у тебя нет случая? Он говорит: приезжай. Я говорю: сколько? Я говорю: мне, говорю, 3 надо. Он говорит:
я тебе 5 дам, говорит, на всякий случай, вдруг еще. И вот мы это все снова же делаем. Просто мне дали, я людям передала. И приехала моя одноклассница, она своего брата отправляла на первую линию. И она говорит, нужен тоже турникет и еще аптечка, знаете, медицинская. Так. Там. И я позвонила знакомым, которых я знала, что, скорее всего, она есть. Они говорят, приезжай, возьми. Я приехала, взяла, она ко мне приезжает. И я ей вот так говорю, да, держи, Анечка. Плюс, говорю, я тут еще ребятам, говорю, туда на линию собрала, говорю, консервы, говорю, там рыбка, говорю, что было, говорю, вот загребла, потому что это святое, говорю. И ей даю. Она на меня так смотрит, говорит, Оль, а сколько я тебе должна? Я говорю, я так, знаете, так раз немножко в шоком, говорю, за что ты мне должна? Ну, за хотя бы эту аптечку с турникетом. Я говорю, ты мне ничего не должна. Она говорит, как, говорит. Я вот сейчас его пока собирала, говорит, я потратила со своей семьей около уже там 3 или 4 тысяч гривен, чтобы его собрать, ну, нормально, он себя комфортно чувствовал. Ты единственный первый человек, который мне это сделал бесплатно, как-то так. Ольга Лоба, ось така щира українка, волонтерка, і справді людина, якій довіряють і яка віддає усе, що тільки можливо. Дуже дякуємо вам за Спасибо. Усе, що є зараз у вас і що ви можете віддати. І цього так багато, що вистачить ще, я не знаю, не на тисячу, от ви казали, там, скільки людей зараз ви да. можете вже зараз обігріти, так? А навіть на більше. Тому да. скорішого повернення до мирного життя усім нам бажаємо, так? Так. Чистого, світлого неба над головою, так. щоб тільки ми трималися, тільки були так. здоровими і щоб все було добре. Так. Так? Зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.